принял участие президент Татарстана и в проводах челнинской команды КАМАЗ-Мастера. Она отправилась в Южную Америку для участия в ралли «Дакар-2014». Руководитель команды Владимир Чагин представил Рустаму Миниханову гонщиков и технический персонал дружины. Члены команды на машинах отправились во Францию. Там в Гавре автомобили погрузят на паром и отправят в Южную Америку. А гонщики вернутся в Россию. Еще через месяц несколько сотрудников КАМАЗ-Мастера встретят машины по ту сторону Атлантики. Остальные же члены команды прилетят в Аргентину ближе к старту марафона. Он запланирован на 4 января. Финиширует Дакар 18 января в Чили.